Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем привет! Снова мы с Александром. В августе выбрались на открытие охоты. На кого? На вехер. И снова опять вехер. Сань. А голубь есть? Голуби немерено, парни. Голуби просто немерено. Запах пороха, как утренний кофе. Рассвет и закат, как бальзам. Как же здорово на охоте. Говорю я всегда друзьям. За спиной у нас в районе, наверное, тысячи, да? Ну, тысяча где-то сидит точно. И время 6 часов вечера. Он еще не улетает. Да, открытие у нас завтра, мы сейчас подготавливаем скрадок. Сейчас сделаем скрадок, пока подготовим, замаскируем. И потом замаскированный скрадок вынесем на середину поля. Но это мы вам все покажем потом попозже. Вот. И надеемся, что к этому времени голубь откормится, да, и да, улетит. Очень много молодой птицы. В этом году получается все быстро, да, у них? Тепло, вот этот климат такой подходящий. Этот год будет бомбовский вообще. Очень много засеяно полей. Вот только два поля убрали, все остальные поля еще не убраны, поэтому птица вся сконцентрировалась на одном поле. А мы с тобой на какое поле приехали? Что он предпочитает? Это пшеница. Пшеница? Родимая? Да. Ладно. Будем. Все, ребят, мы погнали работать, да. А потом еще вам покажем видео. Смотрите, как мы ставим скрадок, подготавливаем, маскируем, а завтра в бой. Все, погнали. Погнали. Это не деревья, поэтому можно смело рубить сорняк и готовить. Саня, а чей у тебя скрадок? Как ты думаешь? РПГ дуплет. Лучший скрадок. Прошло буквально 5 минут. Скрадок дуплет готов. Александр в одиночку. За 5 минут все сделали. Сейчас нарубили, как это называется, трава-то? Полынь. Полынь. Все замаскируем. Вот две кучки уже есть. Недостающие добавим. Все замаскируем полынью. И потом целиком возьмем скрадок вдвоем и отнесем на нужное место, поставим. Там еще немножко домаскируем. И, в принципе, мы готовы к утрянке. Утром только выставим чучела, чтобы их там, не дай бог, не было. Поэтому выставим чучела и погнали. Четко? Все по красоте, Сань. Сейчас будет вообще огонь. Вот так вот у нас скрадок усовершенствуется. Подготовили мы скрадок, замаскировали. Прошло 15-20 минут, замаскировали полынь, получился целый куст отличный с местной маскировки. Сверху сделали крышу. Сверху сделали крышу, вот такую будет над нами надвисать. Вот. Искусственные крыши мы не приветствуем, это все лишнее и мешает всем. А здесь
все натурально, все красиво. Не надо ничего откидывать, ничего. Впереди немножко прорядим еще, чтобы нам был больше обзор, лучше видно было. Ну и на место сейчас отнесем. И потом еще с чем-то там. Снизу, да. Снизу стерней пройдемся, обложим его. И будет как будто бы и куст, растящий среди поля. Ну что? Я думаю, все у нас получится. Понесли? Да? Понесли, да. Перенесли скрадок буквально от того места, где-то метров 150. Да, вон там машина у нас. От края поля. Отошли, переставили. И сейчас будем выставлять чучела. Не, не сейчас, а завтра утром. Будем выставлять чучела. Сейчас скрадок немного снизу обсыпем. Соломой. Соломой. Вот. И, в принципе, у нас все полностью готово. Скрадок замечательно сливается. Вот бухта еще, смотри, где мы поставили. Плюс еще здесь такая зеленая полоса. Да, вот она идет. Да, зеленая полоса, так что как раз он будет с этой полосой сливаться. А по бокам рыжье. Короче, скрадок. Вложили его соломой вокруг, чтобы снизу ничего видно не было. Сделали крышу вот такую, которая будет сверху нас накрывать. Даже голубь сверху нас будет пролетать, не видно не будет. Вот. Я большой противник крыш, которые делаем с рамой, накидывается там сетка, еще что-то. Только местная растительность надувается, делается под углом. И тогда у нас птица видеть не будет, не будет ничего паковать. Будет все выглядеть натурально, естественно. Впереди мы сейчас завтра утром раскинем чучела. Вот. И все, в принципе, мы готовы бомбить. А сейчас мы пойдем отдыхать, готовиться к завтрашнему утру. Увидимся с вами утром. Доброе утро. У нас 5:00 утра. Высадил Саню. Сейчас догнал машину в кусты. Вот, иду к скрадоку. Сейчас по-быстренькому. Саня уже раскидывает профиля. Раскидаемся. Солнышко почти поднимается. Вот. Начнем охоту, друзья. Вперед. Вот так вот выглядит наш скрадок в поле, как одиноко стоящий куст получается зелененький. Нормально. Майк! Эй, собак! Рычит на меня. Ну вот Саня расставляет чучела. Чучела спортпласт. И краснодарские. Около 50 штук получается. Готовимся. Утро доброе. Утро обалденное. Сейчас солнышко выйдет. Будет бомба. Не будем успевать отбиваться. Патронов мало взяли. Мало взяли, да? Ну, сколько есть. Вот, забрались мы в наши джунгли. Да, четко все. Там у нас присада. Сейчас соберемся, зарядимся и будем ждать нашу птицу. Ни пуха, ни пера. Ни пуха, ни пера. Саня собрал Франкенштейна. Сейчас надо быть первого птица. Двух. Двух, да. Будет у нас вообще четенько все. Голубиный магнит будет работать. Чуть попозже покажу. Вот, друзья, добыли первого. Пока тут собирались, у нас уже два профиля сели. Одного взяли, смотри, взрослый уже. Да, да, с галстуком. Хороший, с галстучком. Сейчас мы посадим на магнит. Сейчас подготовим. Взяли первого. Саня сейчас пойдет поставить. Вот так вот он работает. С паузами. Чучела прям кружит.
Но мы не стреляем. Вон, вот. Вот, смотри, толпа пришла. Вот толпа кружит. Давай катусь. И я снял, прикинь. Я снимаю вот этот, который под. Снимаю. Снимаешь? Да. Не, давай вот этот. Не, вот это верхний. Вот справа. Подранок. Смотри, сейчас упадет. Вот падает перед тобой. Да. Слетай ты. Что за байда? Не взял? Можешь бить. Можешь бить. Красиво. О, пух-то как падает. У меня-то патронов нет. Ты не зарядился, что ли? А? Нет. Блин, первому-то тоже попало. Чего он не упал? Мазилы? Вот тому попало, блин, крайнему-то. Ай, ко мне. Падает. Бьем? Бьем. С полем? Двоих тащит. Будем бить? А? Да. Тот ушел. Какой? Вон тот ушел. Блин. А, падает. Упал. Все. Пойду я заберу его, Сань. Вот и битая птица. Утянула. Берем. Я взял. Вон, майка. Вон, майка. Вон. Вон берет. Вот он. Вот он. Он слева. Одиночка садится. О, один съел. Еще два съела. Он сейчас впереди все садятся.
Давай. Идем. Давай. Я двух снял. Я одного. Ну, я просто с камеры веду. Один раз промазал. С полем вот этот налетчик. Майк молодец. Я один раз промазал. Я тоже один раз. А, ты с одного выстрела двух снял? Нет. Ну что, вот и закончилась наша утряночка. Вот такой вот результат. Поохотились отлично, отвели души. Есть молодая птица и старая. Вот. Птица пока не пуганая, поэтому налеты были крайне близко. Осадки были хорошие у чучела. Много мазали, и на то она и охота. А сейчас, наверное, пойдем в лагерь, позавтракаем, отдохнем и будем готовиться к вечерке. Оставайтесь с нами. Друзья, по хорошей традиции не забываем подписаться на канал, поставить жирный лайк, написать комментарий. Увидимся в угоде. Увидимся в угоде. До скорых встреч, друзья.